Курс иракского динара резко упал по отношению к доллару в последние несколько недель. Это произошло на фоне того, что власти США ужесточили меры контроля над иностранными операциями из Ирака, чтобы остановить переправку долларов в Иран. По информации агентства Reuters, на сегодня 1 доллар США торгуется почти по 1600 иракских динаров, что выше курса Центрального банка Ирака в 1470 динаров. Правительство Ирака изо всех сил пытается контролировать обменный курс, чтобы сдержать растущее общественное негодование по поводу резкого роста цен на товары.